Приближается самый важный этап хаджа – это стояние на горе Арафат. 7 июля все паломники должны отбыть в долину Мина, где проведут ночь, и 8 числа вступят на священную долину Арафат. Накануне руководители хаджа провели совещание, где обсудили планы по размещению паломников в палатках. Помощник руководителя хаджа Адам Миржоев рассказал руководителям групп, как будут размещены паломники и что нужно сделать, чтобы они без трудностей выполнили самые важные обряды хаджа. Восьмого июля паломники зайдут на гору Арафат, а 9-го, первый день праздника Идаль-Адха, совершат символическое кидание камнями и таваф, семикратный обход вокруг Каабы. Этими обрядами завершается хадж. Напомним, паломничество на Святой Земле в этом году совершают 580 жителей Ингушетии. Хади Добриева, Али Ахкильгов, Иса Хазботов, Новости 24.